почти выхватила. Нехуя! Нехуя! Я вам ДК выложил. Выложи. Оп, оп, на, танцуй. Мне пришли. Ну ты уколбайся, да? А, походу по тебе даме ебать. Он чай, бухой. Он бухой? Тупой. Мой сын что делал? Кружки искоса на нас глядят. Не узнают херась забия. А мы с Наташкой под мы идем. И не знаю, ни о чем. А я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять. Родить Наташку, дергать за косу. На самокат тимчаться по двору. А лапы не лайки поставили. Я, ну ты будешь кон все. Че, Даша? Молодец. Че, пойдем? Все, молодец. Смотри, его привет, да? Я что-нибудь запоет еще. Помойся, пацан. Ты же запивай. Он не слышит. Вань! Как с Одессом, куда ушло, где уютный угол. А он кофе перепил, блядь, походу. Он, смотри, стоит, ебать. Не догнать, остается. Нормально для Кирова? У нас так все ходят. Вообще, если честно. Не холодно? Ненадолго-то не холодно. Да? Ясно. Можно вот и так. Опа. Тихо, это не... Ничего себе! Ну все, добро. Меня Юра зовут, а вашу все равно не запомню. Ясно. Бля, по-любому испохмело. Вот никто не говорит, одна ты гавкаешь. Когда вы дальше будете? Жидовские крысиные рожи ваши. Какого хрена стоишь столько нужны? Чтобы гавкать больше. Ты больная, да. Бабке 80 лет. Как мыть-то надо? Заткнись и не гавкай, мандавошка. Я на тебе Панину докладную напишу. Тебе среди людей работать нельзя, гавкаешь, ходишь. Проститутка, гав ходит. Выкину я тебя сейчас. Да, Панин, допишу докладную, вылетишь как пробка. С людьми еще надо уметь работать, а ты гавкаешь. Одно и то же всегда. Проститутка, мойся ты после своих ёбарей. Женщина, вам мы вообще высели вас. Выгоним. Вы что ругаете? И я тебя тоже выселю. Выгоню. Ты такая же, как и Таша, вот пошла туда. И же за ней светом. 80 лет, какое здоровье, больная. Ну и что? Перед каждым отчитываться я буду, перед вами бледями. Не выходя.